Ой, каюсь, грешна. Всем привет. Огромное спасибо за помощь. Дай Бог здоровья и всех благ. Наше время важнее всего. Вот. Доброты, благоразумия. Сейчас такое происходит, как говорится. Будто, как бы это сказать образно, мухи перед зимой. Что-то подобное. Вот. Соляра подорожала, правильно? Вот. Сколько я уже нервов потрепал. Есть водитель честный или что? Я не понимаю. Или древние, может быть, они. Откуда я знаю, в чем Их дело? финка докажешь, я уже пробовал. Да. Фиг ты что докажешь? Они тебя утверждают специально, у них уже Да. схема, что деньги Схема, да. отходят не туда. Идите в Сбербанк и возвращайтесь. Да. 20 рубля пойдем в Сбербанк возвращать. Да. Вот. Сегодня из нашей жопы мира, я буду так говорить, самое красивое место на Земле. Прям тут кладбище рукой падает. Вот. И чтобы отсюда добраться, нужно столько денег потратить и обратно. Вот. Выйти здесь некуда. Абсолютно просто. Но только если на кладбище, то прям рядом. Вот. Уж сори, как говорится, что я такой псих. Я при учителях со школы, которые были там, при детях, маты собрала и разматерилась. У меня бывает такое, я уж. Это называется, когда вот, ну Накипело. все, вот чайник вот взрывается, любой, наверное, как говорится, накипело. Это вот не впервой, я понимаю, солярка подорожала, все. Есть водители честные. Пробил стоп-лист, он не... Стоп-лист, он знает, что деньги все равно списываются, он это знает. Вот. Либо сейчас настолько обнаглели, вот он сегодня мне говорит, я знаю, что на карте есть деньги, и Эмиль это знает. Вот, он говорит, денег нет на карте. Я уже взяла с собой наличку. Я ему 25 рублей даю. Звоню Эмилю, он говорит, мам, два проезда списался, плюс ты еще оплатил. 75 рублей, чтобы только доехать. Так это мне что, такси вызвать, еще полтинник добавить, вот и на такси, пожалуйста. Кто-то скажет, да вызывайте, чтобы... Да, это и любого может коснуться. Не знаю, как насчет больших городов и что там происходит. Но здесь некоторые водители честные абсолютно. Все, один раз пробил, все. Не некоторые, а все почти. Но некоторые шуруют по темному. То ли они... Нет, по-моему, это уже не... Все они знают прекрасно. Вот, мне сорвало просто. Ну давай, показывай. Горячая еврейская кровь. Я там его ужешеньки проклинала. Короче, вафельные трубочки со сгущенной молоком, с вареной сгущенкой. Трубочки вот такие Так не очень приятно, мягенькие, конечно. кстати. Никому не понравится. Вафельки. Это ездить одному человеку, оплатить за троих. Тогда 3 места надо было Да. занимать. Лечь сразу. Лечь, Это Козинак. 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 А это Ямтаен Детский. Чуть ты какой-то ну, какой был жесткий взяла. последний? Так, Под ведерчик. мету. Ведерчик хороший, Ведерчик. красивый. Короче, Да. клеенка. Шпатилка. Разматывать. Ой, Да сейчас она ладно бы. размотается. Медок. Я покажу. Она рвется быстро, мама. Она Да хилка. нет, она Она ничего. хлипкая. Ну, как его? Она еще вот такая же, с этой стороны, двойная. Хочешь такую, хочешь такую. Так, творожный сыр. Наконец-то. Я Короче, все маму до. сегодня бомбит. Маму бомбит, бомбит. Да не бомбит у меня! Это мем старый очень. А, творожный сыр. Вот такой вот. Все давно я хотел творожный сыр. Ух, уф, уф, че затяги, кифтыме. Губки. Это что такое? А, это каша овсяная. Абрикос. Так, это опять это. Вкусная очень. Хорошая, просто вай. Так, это твои. Прокладки.
Запасаюсь. Томатная так. Паста иранская. Ага, не тряся. Иранская. Горошек зеленый. Макароны рубленые, да. Физюли, проще скажем. Да, яичные. Я... Мам, это просто барковки от физюли. Не знаю я, мне понравилось. Цвет красивый. Ну, понравилось. Брать макароны по цвету, гениально. Это тут двое трусов тебе. Ну не надо их с ними, успокойся. Тебе сразу двое. Так, дыни. Такие вот. Как шаром для боулинга. Зато ты теперь трусами обеспечишь. Идеально. Дыни свежие. Вот такое. Все. Так. Спасибо большое. Пусть никого не бомбит. Пусть никто не ездит один, за три проезда не платит. Вот. Такие вот дела. Я понимаю, солярка подорожала, но... Ну, о, я везучая сегодня. Я тоже был везучий сегодня. А что такое? Ну, на очереди. А, значит, очередь тебе пришлось. Да это ладно, очередь отстоит, ладно. Это уже достает, уже достает. Да, вкуснятненько. Да, уже сливоньки текут. Нет, нет. Ну, давай, пару слов. Ну, я, правда, без майки, по барабану. Ну, по барабан, да. Ты не священнослужитель. Да. Как говорится, без майки он. Тебя здесь не видно. Еще и кадр теперь. Побежит. Ты же у себя дома, ты не, как да. говорится. Спасибо огромное, я уже там все говорил. Там. Ну, говорит. Спасибо огромное. Я уже все говорил. Чем богатый. Да. Всем здоровья.